На Брянской земле состоялась всесоюзная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, посвященная 35-летию Победы. Народ никогда не забудет подвига советских партизан и подпольщиков, мужчин и женщин, стариков и подростков, вставших на смертный бой, и тех патриотов, кто с риском для жизни добывал оружие, кормил и одевал партизан, лечил раненых, хранил партизанскую тайну. Так сказал Леонид Ильич Брежнев об этих людях. Вечная память и благодарность народная тем, кто погиб, защищая Родину. Участники встречи посетили места боевой партизанской славы Брянской области. В годы войны на этой земле действовали десятки партизанских бригад и отрядов. Бывшие партизаны, подрывники, разведчики, автоматчики, связные. Их мужество, патриотизм, беззаветная преданность Родине всегда будут примером последующим поколениям.